Отставки начальника Запорожского ГОРГАИ Александра Власюка требуют активисты Народной Рады самообороны и Автомайдана. Во время пресс-конференции, посвященной отчету о работе автоинспекторов за полгода, представители трех общественных движений высказали недовольство руководителем ведомства. По словам активистов, Александр Власюк прикрывает коррупционные действия своих подопечных. Кроме того, уверяют общественники, начальник ГОРГАИ отдавал приказы о преследовании автомайдановцев в январе. Сейчас активисты заявляют о некомпетентности руководителя и требуют, чтобы он написал рапорт об отставке. Напишите рапорт и уходите. Хорошо, я разберусь своими проблемами сам. Это не ваши проблемы. Вы наша проблема. Это наша проблема. Работать фактически у меня не получается, потому что мне не дают. Пишите рапорт. Сейчас идите. Пожалуйста, мою работу. Берите бронежилет. Берите бутылку и идите служить себе на работе. Хорошо. Пишите, Александр Александрович. Пишите, пожалуйста. Пишите. Как позже прокомментировал начальник ГОРГАИ Александр Власюк, рапорт он писать пока не собирается. Однако все требования активистов рассмотрят. Общественники, в свою очередь, отмечают, если руководитель ведомства не уйдет в отставку, автомайдановцы, самообороновцы и представители Народной Рады будут пикетировать управление ГАИ.